Футбольный клуб спортивной школы «Выбор» Одинцова завоевал серебряные медали чемпионата Московской области по футболу «Лига Б1». В решающей схватке за итоговое второе место наши спортсмены в сухую обыграли действующих вице-чемпионов футбольного клуба «Нара» из Наро-Фоминска. Матч проходил на реконструированном стадионе «Центральный» в Одинцово. С победой футболистов поздравил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.